В обеденное время поступило телефонное сообщение в дежурную часть отделения полиции МВД России Зеларинский от жителей села Белореченское о том, что они приехали на Братское водохранилище, местность Закулейский залив, на подледную рыбалку, после чего следственная оперативная группа выехала на место происшествия. По прибытии на место происшествия было установлено, что в местности Закулейский залив располагались две палатки, и на берегу, вблизи берега располагался транспортное средство данных граждан. После установления всех обстоятельств нами было принято решение создания нескольких групп поисковых, в ходе которого мы собрали сотрудников ГИМСа МЧС, главы МОУ Закулей, также местных жителей. Разделились на несколько групп и стали прочесывать местность. Километры от места расположения палаток я обнаружил сотовый телефон в восточной стороне и следы обуви. Вследствие чего я предупредил старшего группы. По прибытию нахождения места телефона мы установили, что имеются следы. Совместно уже с несколькими группами мы продолжили поиски. Также в восточном направлении имелись и следы по склонам, по горам. На расстоянии 9 километров был найден данный гражданин, пропавший. В уставшем, обессиленном состоянии уже верхняя одежда уже была вся мокрая. После чего мы его посадили в транспортное средство и доставили уже на место нахождения рыбаков. Где его отогрели. В 5 часов на меня вышли сотрудники МЧС и полиции. Ну, соответственно, уже как бы привели в палатку, отогрели, обогрели, взяли как бы объяснение в том, что потерялся. Плюс при этом я еще потерял телефон. Спасибо большое, что нашли его. Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции, сотрудникам МЧС, местным жителям, которые быстро, оперативно отреагировали и приняли участие в моих поисках. Огромное человеческое спасибо. Всего-всего самого хорошего, наилучшего по службе, по работе, кому-то в жизни. Большое спасибо.